множество пожарных машин прямо в центре города. Нет, это не вызов на пожар. Это уже традиционная акция, которую МЧС проводит в каждый день защиты детей. Жители города Смоленской области, которые приезжают сюда, могут посмотреть и ощутить себя пожарными спасателями. Когда еще будет возможность посидеть за рулем настоящей пожарной машины? Такой шанс нельзя упускать, и ребята не скрывают своей радости и любви к такой технике. Мне нравятся пожарные машины, потому что они высокие, интересные, в них много всего интересного. А можно ли не только представить себя пожарным, но и стать им? Прямо в форме, чтобы из пожарного рукава тушить огонь. Только огонь заменим на мишени ради безопасности. Именно это и происходит во время эстафеты, где ребята снаряжаются в защитную экипировку, подбегают к пожарным рукавам и тушат условное пламя. А если хочется узнать, что еще используют пожарные в своей работе, то достаточно просто пройтись вдоль всей выставленной техники. Специалисты всех подразделений МЧС не только расскажут, но и покажут, с каким оборудованием они имеют дело до, во время и после пожаров. Один из приборов, используемых нами, это тепловизор. Он используется для определения места наибольшего остаточного тепла на конструкциях, поверхностях, ну и других изделий, в целях понимания, где больше всего происходило горение. Конечно, эта акция проходит для того, чтобы не только развлечь ребят в их праздник, День защиты детей, но и напомнить всем о правилах пожарной безопасности, а заодно и заинтересовать тех подростков, которым предстоит в скором времени решить, кем они хотят стать. Привлечь к нашей профессии внимание. И очень надеемся, что после таких мероприятий к нам дети, выпускники будут приходить и поступать в наши высшие учебные заведения. И такие ребята есть. Они уже сделали свой выбор. Я больше по душе выбирала профессию. Я очень много читала про эту профессию. Мне понравилось. Я думаю, что мне там будет интересно. Кстати, именно ученики пожарно-спасательного класса выступают в роли волонтеров в рамках этой акции. Нам тоже это интересно. И мы, как так же самые дети обычные, вот, но помогаем немного просто, чтобы других детей направлять сюда. Такой праздник останется в памяти многих ребят. И акция МЧС уже давно стала отличным способом начать каникулы, окунуться в теплое и безопасное лето. И все, что остается, поздравить ребят с наступлением этого замечательного времени года. Желаю всем хорошо провести лето. Надеюсь, вы все очень хорошо закончили этот учебный год. Поздравляю вас.